Российских школьников решили познакомить с оружием. Авторы нововведения уверяют, сейчас подростки его боятся, а все из-за незнания. Вот научатся обращаться, и тогда другое дело. Вы понимаете, что пацифист не будет защищать никогда родину, и стихотворениями или кисточкой никто никогда ее не защищал и не защитит. Тем более в наших условиях, когда вокруг все такое творится. Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Разве это нормальное явление? Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Наша задача – создать условия для того, чтобы молодое поколение имело реальную возможность получить услугу владения, пользования оружием. Саша, а кем ты хочешь стать? Я хочу быть снайпером. Почему? Потому что он тихий и можно издалека стрелять по всем.